Всем привет, вы слышите Алексея Халецкого, а это значит, что вы на канале Лёша Играет. Ну что ж, пришло время посмотреть, как себя чувствует Old World в сетевых партиях. Когда-то давно я подобное уже выкладывал, но там были проблемки все-таки. В этот раз, по-моему, получилось получше. Игра все-таки развивается, патчи выходят. В общем, сетевая партия в Old World на шестерых, на карте Тор, это такой бублик. Я выбирал последним цивилизацию, взял хеттов, и, кажется, это вся необходимая информация. Так что приятного вам просмотра. Традиционно напоминаю, что спонсоры канала все серии видят сразу в плейлисте. Ссылка на плейлист в описании в прикрепленном комментарии. Большое спасибо вам за поддержку. Не забудьте поставить лайк и прокомментировать. Короче, землевладельцев давайте. Ставки вроде еще. Собачка еще есть. Не, собачка будет один раз там событие вот это возникает, когда или дотошно, или сострадать, или сколько. Какая-то жесткая. Жак, я гулял, я играл и просто... Сори. Я играл и просто выбирал по бонусам. После второй надоедает читать. Трошки. Ну это да, это есть такое. Так. Ой, я надеюсь, у нас будет этим бонус. Ну, рудник не начнем. Потому что роуплей это же тяжело. Так вот, и получается, что роуплей из-за... Ну, типа, заспавленных персонажей. Там кто-то... Не-не-не, там есть... это нормально. А можно сделать, чтоб... Не... Подожди, еще раз. А как можно сделать по-другому? Брат, бдительно. Ну, я не знаю, будет так повторяться или нет. Брат Рем Ромула, его может убить. Ну так и есть. 50 монет. Не может сейчас убить. Спасибо за подсказку. Убей его первый. Давайте попробуем. Он вообще уже убил. Ну, практически. 150 монет. У тебя же это преимущество, ты уже знаешь историю, ты как бы, ну, прошаренный. Ты можешь его сразу убить первый. Разве Ремул не с наукой? Разве наука плохо? Ну да. Да, и Реву, да, еще там Тарквини Гордого знать заранее надо. А там будет Тарквини Гордо еще? Нет, кто-то скажет? Не, его нет. Мы знаем, кто последний ходит. Я хожу последний сейчас. А, добрый. А там вроде справа зеленым горит, я так понял, кто не закончил ход. Типа вот видите, такая зеленая полоска есть. Требуется открыть, блин. То есть Вавилон и Хетта еще ходят. Ё-моё, зря попродавал. А, и на них, кстати, можно навестись, там написано, там, в скобочках ходят. Не прочитал, что требуются открытые земли, фак. А мы, типа, вчетвером завершили. Вон, Вавилон завершил. Слушайте, у кого какие лидеры по архетипу-то выпали? Ну, после этого. Я дефолтного взял. У меня судья. А что, может разные выпасть? Нет, они по дефолту, но я всех не помню в дефолту, кто у кого. Блин, еще одного... Строителю Египта. Ладно, давайте апну. Основатель, а не герой. А раз уж такой краудсорсинг, делает... там с Вавилоном проблем не будет, никто не убьет. Разберем при дворе. Не это, да? А что, Вавилон надо убивать? Нет, ну как с Ремом у Ромула? Я про это, но будет же не весело. Храбрый, ладно. Ну, насколько я помню, в Вавилоне никто никого не убивает. Окей, добрый. Давайте в каменоломне. Блин, да я сейчас немножко тупанул, продав ресы. А вот как ты хотел играть, чтобы по-другому? Так, можно ну все, запускаю там, таймер, там. Ребята, понеслась. Смотрите, 50 добрый. Секунд. Там, где выбирал нацию, ты выбираешь еще и перк у перса своего. Слушайте, а вот вопрос такой, по возрасту там лучше на сына проблема будет, если, например, 28 и 23. Вообще, по-моему, никогда не видел, что какие-то проблемы были с разницей в возрасте. Ну, типа, чтоб дети были, вот это все дела. Я помню, у меня как-то правительница лесбиянкой была, и все равно дети были. Ну, а как раньше закончить? Блин, вот. Такой быстрый таймер. Да, я аж охренел, блин. Ну, тут пока мало городов, он быстрый будет, да? Типа там же еще почитать хочет. А тут что-то это. Ну, к нам караван некуда будет посылать.
Караван просто некуда посылать, так что придворного берем. Подожди, я где-то тут видел... Или мне показалось, или были... Руинки. Займем место под город просто. Так, мне бы... Я бы, наверное, при дворе... Устроить прием при дворе сделал. 100 цивиков. Серьезно? Висячие сады, качечка, начинает. Так мне же 400 камня дает. Ну да, у Египта там в начале сразу... Если только с проблемой, может, с рабочими будет? Я построил дополнительно. А кто на Риме? Юзер? Ну, мое, слушай, мне прям города надо занимать. Ты-то занял. Там правее будет, у нас же ты сразу... Река Лёши назовем, чтобы все поняли. Я там не занял, кто это будет. Евгений. Успел это выбрать. Не ближний город, но у меня ближний. Но у меня положение брака. Вот эти, вот я занял, это... 5 клеток до... Что-то мы так тесно ближнего. Оказались. Я не знаю, какие там померы мапы, но что-то в шоке. Так это... Стоп, два города? А куда впихнуть еще? Так, пошли этот ставить. Блин, ну, если это так, то, конечно, это печально. Я надеялся, это... Все хотят халявить, никто не хочет строить города. Не, на что надеялся, типа, Рим, военная нация, можно без города военной, семьи военной обойтись. Нельзя? Да, что-то я вообще не успеваю... Надо быстрее соображать пастбище, потому что приказы дает. Так, хрен знает, какой тут город ставить, кстати. Покровитель. Ну, земледельцы уже есть. Ладно, давайте военную всадников. Так реально два города на человека. Героиню, надо? Возьму героиню. Какое нормальное количество городов? Не успел переключиться на скаута. Ну, штук 6-7, не знаю. Ну, хотя бы, чтобы семья повторилась один раз. Ну, там, короче, наверное, 6, потому что есть одно из последних амбиций 6 легендарных городов иметь. Сижу, переименовываю зачем-то. Так, место под город еще. А, вон руинки. Накормить и получить риторику. Ладно, не успеваю. А тут можно по амбициям победить еще? Да. Выполнишь 10 амбиций. Не, это мерзко, хотя мне не нравится. Почему? Я скажу так, мне какие-то дебильные амбиции на выбор выпали. Я тут взял обычно другие сюда. Ага, тут варвары. Давайте спрячемся в лесу, чтобы нас не видели. Горы Пинт-Понт. Да, слушайте, очень быстрый таймер. Может, да, реально очень как-то... быстрый.
Причем еще у меня еще лагает. Давайте удлиним. Ты можешь какой-нибудь помедленнее поставить или нет такого? Так, таймер немножко поменьше сделаем. Так, еду, наверное, заберем. Блин, а что я открыл? А, я каменолом не открыл. Так, построил. Теперь давайте сети. Там воина доделываю, тут рабочего. Я следующим ходом запущу. Этот пока можете расслабиться. Пускай, наверное, дальше пока исследует. Интересно, если, например, я оказать влияние на, ну, решу на царя чужого, это вообще что даст с теорией-то? Может, у него, знаешь, какие-то события, типа, запустятся, может, негативные? Да. Так, как слушайте, я тут горами, получается. Вот там его может только быть сосед. Так, кого мы там слышим, он постоянно блямкает? Вышка. Поставь на кнопку. Шумоподавление на кнопку поставлю, сори. Давайте 70 дерева. А тут нумидийцы. Так, но у меня явно явной войны с живым соперником не будет. Блин, нормально, конечно, денег стоит, но зато там всякие прокачки ему дают. Ну и пускай мудрый будет. Так. Муштры маловато. Давайте потихоньку подходить военными юнитами. Этот лагерь зачищать, чтобы... Так, ну вот этот таймер... Лично я успеваю в него пока. На самом деле это тоже. А это да. Не, ну никакой лучше, чем тот. Не, пускай уже возвращается. Сейчас потратим муштру на генералов. Ну, чтобы генералов присоединить к юнитам. Собрать верблюдов, блин. Немножко непривычно, что скауты это гражданские юниты. Как вы думаете, собрать верблюдов, это что значит? Мы их доим? Или можно просто... посмотреть. Ну, шерсть пострижов, я не знаю. На яблочко. Там же, по-моему, золото собирается, если я не ошибаюсь. Да я знаю... Я не про это. Я знаю, что дают эти верблюды. Я просто само, типа, собрать верблюдов. Ну, шерсть, конечно, с них состригут, там верблюды.
О, бесплатный рабочий. Берем. Мне даже когда-то какое-то событие выпадало, когда я собирал этих верблюдов. Да, бывают события, когда вы собираете. Так, пока вот вместе их собираем здесь. Следующим ходом нападать будем. Так, тут, наверное, с каменоломни начну. Так, после пастуха в Хатусе посело делаем. Тут хороший город будет. Тут, видите, через реку, поэтому я лучше все-таки сюда. Блин, с другой стороны. Ну, тут придется через реку хоть один раз. Потому что иначе мы к этому юниту не подбираемся. Крит прошел. Следующим ходом юнит еще один появится. Два гражданина давайте получим. Так, амбиции. 5 специалистов, 500 еды. Блин, у нас минус пока, по идее. Давайте специалистов лучше. Тут, конечно, красители. Нам семьи не нужны, поселенцы. Я думаю, что мы там зачистим к этому моменту. Да, интересно, на каком-то таком, на внешнем море. Ну, то есть место еще под два города, а потом с нумидийцами придется воевать, очевидно. Видите, сюда захожу, потому что, опять же, это через реку атаковать. Так, ну, похулиганим. Люди будут удивляться, когда будут их находить. Да, мне 40 лет, да, вот таким занимаюсь. Так. Туда надо сбегать. Ну и тут железо с золотом пособирать, и апельсинки еще можно. В принципе. Что у меня внук туповатый. Так, бесплатный камень. Ну и все, этот мы добьем, я думаю. Давайте рудник. Тут соберу руду. Вот это вот пособираю, я имею в виду. Приказиков мало.
этого сюда встану, а этого в лес, чтобы он меньше урона от стреляющего. Но мы следующим ходом должны захватывать лагерь. Так, герцогиня Сумири, она какая вторая в очередь? Давайте тактику. Так, ферму. У нас должны приказы закончиться. Даже, наверное, куплю приказ, чтобы сразу... Почему три приказа? Потому что два приказа на вырубку, и третий приказ, собственно, начинает ферму строить. А кто с кем встретился? Бо я до сих пор еще никого не нашел. Идет, и мы тут с Ливоном сидим просто. Везет тебя. У меня столица чужая, буквально через один город. То есть Персия, Хетты, Египет и Греция никого не встретили, да? Да. Вы еще скажете, что у вас больше, чем два места под город. Нет, так это у всех так. Молчу. У всех так только два места под город, остальное надо... Это как бы... А, ну про это да. Игра так генерирует. У вас два свободных места, а потом все остальное вам надо воевать. Я нет, даже не про компы, воевать негде. Воевать? Ну, типа компы не расчистишь. Да, так, риторика... Между нами не заспамило компов. Так между собой не воюйте, у вас в другую сторону есть места. Это ж Тор. Это же Тор. Так, ну ладно. Там хай соседи объясняют. Это же Тор. Давайте, наверное, полис. О, поселенца просто еще получаем, зашибись. Ну тут надо достроить все-таки тогда. Мир с нумидийцами. Так, тут я хочу... Нет, или соберем... Ладно, давайте устроим прием. Типа, считайте, обмен муштры на соцкапитал. Золото вообще круто вначале иметь? Да. Все круто. Вначале, наверное, только если дерево, наверное, не нужно. Прям в начале. Дерево, оно и не скоро будет доступно. Там лесопилки, они же вообще... Да, ну да, кстати. Дерево обычно самый такой для меня дефицитный ресурс в игре. Будем... Послание оставлять так жестоким, обходительным. Не, давайте обходительным. Призвать заниматься науками. Контролировать 4 рудокопов. Ну, кстати, вполне. Потому что у нас вот тут рудокоп, и тут еще 2 рудокопа будет. То есть 3. Ну и вот тут он, например, 4-го еще мы строим. Вполне реально. Так, проведу совет. А следующим ходом специалиста сюда, фермера. Не успел походить, 4 приказа осталось. Что делать, если нет мужа? Чего? Чего нет? Мужа до сих пор нет. Ну, сам. Обратись к семье, там, или к другим семейный государствам. Брак, да? Да.
Так, значит, у нас есть земледельцы, есть эти, вот из этих надо выбирать либо покровители, либо торговцы, наверное, покровители. Сначала фермера, чтобы красители получить, потом рудокопов будем. Ну, плюс нам еще пятерых специалистов надо контролировать. О, Грей, здорово. Кого ты еще встретил? И как Вавилон зажало между Римом и Грецией? А, у Вавилонца ты три города побежу хотя бы. Ну, без, со столицей. У вас под 5 городов у каждого, как я вижу. У всех по 5 городов? Нет, там же еще возможность поставить, он имеет в виду. А. Там же еще варвары есть, их. Изучим загадочные останки. 70 ахет, науки. Здравствуйте. Драму открываем. О, мы встретились. Да, возле фракийцев. Возле фракийцев. А ты где-то, а ты вот от фракийцев куда? Вверх, я так понимаю? Я фракийцев не встретил. Где эти фракийцы? У нас тут такие боры разделяют. А вон у тебя развед рядом с ними стоит. Просто я еще фракийцев не встретил. Странно. О, вот теперь встретились. Ага, я вижу твоего скаута. То есть твой скаут меня увидел намного раньше. Походу, ну, да. Типа, я ходил просто. Наверное, как-то так работает. Так, домик. Ты вот влево-вверх от них, как я понял, да? Нет. Право? Найдешь потом. Классик. Не, просто такой ландшафт интересный. А город ты назвал? Нет, рандомно. Рандомно, да. Да. Легендарная гора вот эта. Да. Странно, мне кажется, это должно быть предостережением тем, кто видит это название, нет? Ну я так, на секунду забегу сейчас и убегу сразу. Так, наверное, земледельцев ставим. Пока. Извините, я вам все события не зачитываю, потому что, извините, таймер у нас, сами понимаете. То вы хотите читать, то останавливайте, либо смотрите против компа партию. А, вот где перс. Да, тут, конечно. Ну, не так, чтобы мы далеко были. Но сначала надо будет с этими варварами разобраться, а потом уже с нумидийцами. Вообще, посмотреть, что там. Че, вот рабство круто или нет? Как удивительно, как мне рабство и годовое право, они крутые в конце игры. Кстати, так, а что тут, у нас кстати, тут логично, литература? Древние, и все это наоборот, они приходили вот к первобытам, к рабству, там, к крепостному праву, к этому. Давайте в Хатусу оба предмета роскоши отправим. Дальше рудокопа сюда. Еще мудрость.
Так, дисциплина. 67 лет. Ну, давайте еще домик. Так, мы тут не сможем пробежать, тогда лучше юнитов подводить. Че, у кого сколько приказов уже? Надо много, мне 9 как было. У меня 10, 12. У меня еще лидер, как назвал, скорбящий стал. О, следующим ходом мой лидер умрет. Не успею. Ну, они наследием станут, но все равно хотелось бы заранее. Так, давайте пока деревни реально во всех городах пока делать. Фермер готов. Давайте камнетеса еще. А пускай нужно уничтожить, становится воинственным. Только... О, Греция встретили. Привет. Хетское царство в состоянии войны с племенем фракийцев. Опасность. Пошла жара. Агрессия. Не, ну а чё они? Вот согласен, действительно. Тут чё они? Вот чё они? Ведь никак не парируешь, действительно. Не успел вылечить. Или успел? Успел, походу. Так, новый царь. Мурсили новый. Он у нас фанатик. Ого, как быстро. Царь их отпустили. Ну, он у меня старенький сразу был. Старый, но мудренький, а новый какой-то молодой, но глупенький. Новый у нас фанатик. О, бесплатная централизация. Либо вассалитет. Что у нас там? Ферму на болоте. Давайте вассалитет возьму. Оно показалось. Думал, как ты случайную теху получаешь, которую ты только что открыл. Нет, по-нормальному лучше. Почему меня по два раза спрашивают одну и ту же теху? Это прикол такой? Возможно. О, слушайте, Греция, Вавилон, а может ресурсы не торганем? Типа я вам отправлю, и мне, может вам какие-нибудь драгоценные камни нужны. А у вас, я не знаю, жемчуг есть или... А все, жемчуг только. У вас на этом этапе может быть. А что у тебя есть? Я жемчуг. Драгоценные камни есть у меня. У меня есть литература, могу отправить. Литературу... Да не, а зачем они... Я драгоценные камни возьму на жемчуг. Драгоценные камни на жемчуг? Основать мировую религию. Вавилон. Ты кто, вот. Напомни? Повысить... О, повысить 10 раз вполне. Отправил драгоценные камни, давай этот, жемчуг. Так, тут я хочу постоять, Одион построить. Ну, два хода до открытия Одиона.
Нужно подождать. Я не могу его забрать. Я его отдал семье. Ты зря так быстро это делаешь. Да. Будь тебе жемчуг. Но он делается. Ну вот как раз. Так. Четвертый в очереди, ну, пускай философию изучает. Так, один ход. Ну, давайте здесь еще рудничок. Да харе, качечка, успокойся. Аридленд. 5 хам я налом ничего не взял. Строит и строит. Так я ж ебипед. Храбрая, пускай будет. Так, тут уровень. Давайте защиту. Да харе. О, крит прошел. Я сначала повел его в другую сторону, потом смотрю, у меня подсвечивается, типа, вы можете построить оракул. И ты такой, это про меня, да? Пришлось разворачиваться, идти в другую сторону. Война сделаем. Армии мало не бывает. Слушайте, а много, если точнее. Не успеем события до конца таймера выбрать, оно попадет, да? Видимо. В некоторых рандомно, как с сыном, дочерью, слэш. Этот у нас третий в очереди красноречивым. Давайте дисциплинированным. Блин, тут через реку получается. Не всегда река видна, надо было сюда подходить. Любимый зритель, если тебе нравится видео, то поставь, пожалуйста, лайк и оставь комментарий. Кроме того, где-то либо здесь появляются ссылки на мои социальные сети. Ну, а если ты все еще не подписался на мой канал, то, конечно же, подпишись. Можно стать спонсором канала и получать эксклюзивные видео только для спонсоров Жевжиков-Патрициев, а некоторые видео раньше, чем для других зрителей. Кроме того, появилась функция «Супер спасибо» где-то под видео. Это как донат, только не во время стрима, а только этому видео. Всем спасибо за поддержку! Хотел бы... хотя давайте, наверное, так и сделаем. Мы убиваем, этот нас не убьет, отлично. Заняли место. О, Рим, здорово. О, здорово. Я не вижу, что я хетов встретил. Потому что я в лесу, у меня разведчик в лесу. А мы внизу встретились, да? Да. Боже, все завывание у нас тут, ой, прям. Ну, у меня перс только ближайший, но у меня, походу, если будут войны, то не скоро. Надо это место занимать и это место занимать. Садники и покровители.
эти поселенцы в очередной раз. Блин, криты проходят только в путь. Нормально у тебя тут название реки. Да я вообще офигею, игра так генерирует название. Сам в шоке. Пока постоим. Хотя нам надо повышать юниты. Кровожадный возьмем. Так, ну я только Египет и Вавилон не встретил. Угу. Египет не встретил? За Римом. За Римом. Нет, я вижу, где. Я понимаю, что Египет типа показывает. Разведка очень важна, да? Ты приказы фармишь, да? Ну, ты фармишь легитимность, которая потом в приказы. Да, очень грустно. Что-то из всех встреченных никто еще ни одну амбицию не выполнил. Вы что? Не амбициозные? Не тех встречаешь. Ну типа да. У меня ну его наш две выполнил. Ну я, ну а у меня как бы недолгие две амбиции, типа выполнимые, но долгие. Соль красители, может, я тебе вместо жемчуга дам. Я, как понимаю, тебе семье нужно, да? Красители у меня просто самого будут. Поэтому я и на жемчуг хочу менять. Тоже для семьи. Ладно, добьем тут этот из рудников. Фанатик, конечно, не очень сейчас лидером, потому что плюс 60 к религии, которых у нас нет. Я забыл, что там для религии. Два служителя, два пастуха. О! А вот и царь Персии. Так, отходим. Хотя еще ферму сначала. Так, глобально. Харизму, наверное, давайте. Что-то у меня какие-то звуки войны. Но я не вижу, кто с кем. Ленивый, блин. Так, пускай политику изучает.
Так, пора гарнизоны строить, я думаю. Да, здесь строим театр. Не успел походить. Пряжный. Таймер. Ну, давай. Я тоже сейчас не успел походить. Торопись-ка. Ты давай поторопись-ка. Нет, давайте воина еще. Тактику. Стоим. Лечимся. Тут стоим. Ну, так кто там рядом с качечкой? Для кого он чудеса строит, расскажите? Ну, это, кстати, такое типичное египетское чудо. Вот без него, ну, самое такое египетское, по-моему. Что, меня убьет тоже, да? Классическая ГГшка, я буду дружить. О, в Греции зороастризм. Вообще хотел принять этот самый иудаизм, но что-то запутался, да? Ну, вообще это самая такая первая, ну, самая удобная религия была. Ну хотя как нет, иудаизм. Ну я строю поселенца, да? Это сюда. А бесплатный сюда. Ну, правда, с нувидийцами как-то еще разобраться надо будет, конечно. Так, аскетичным. Распутным. Ладно, пускай аскетичным. Третий в очереди, это не наследник, так что... Так, научить принцессу уважать. Пускай зачаровывается, но зато уважать будет. Так, 11 лет осталось. Нам надо еще одного спеца в рудники посадить. Ну, видимо, здесь сделаем. Так, пастуха. АПМ юниты. Ну, походу, тут еще место какое-то. Корабли нам надо открыть. Так, гарнизон тут надо делать. Вот. Нет, давайте лагерь сначала. Так, ну тут мы кусаранам, чтобы немножко хоть улучшить отношения. Так, тут уже пора, блин, ну вообще домик бы еще, а потом гарнизон.
Камня не хватает. Меня немножко Вавилон смущает тем фактом, что у него уровень знаний ученые. Ну это ж Вавилон. У него там... Вавилон, ну как бы все остальные наивные у меня, кого я встретил. Он ученый. Что-то мне это не нравится. Это связано с тем, что я вижу, что ты сильнее? Ну, уже нет. На первых порах было такое, на всякий случай такое. Сейчас узнать, нет, кто сильнее. Военный город в четырех клетках от столицы. Очень быстро. Я не знаю, как у меня, ну, я в тот момент мог только три города, ну, помимо столицы, только два города у меня было открыто, где я видел. Но я не знал, и будут у меня там варвары, не будут. Поэтому на всякий случай вот влепил военный, чтобы по возможности убивать своего, ну, чисто что. Когда у нас настолько все. Наверное, военную подготовку надо открывать. Есть посел. Это бесплатный. А вот построенный. Так, последнего рудокопа делаем. Или подожди. Не, вот тут. Или сюда лучше. Давайте сюда. В гарнизон. Оратора. Губером сажаем. И поехали каменоломни строить. Где вообще находится? Кто где находится? Египет и Персия. Ну, Египет, те же должны чудеса показываться. А, ну, кстати, да. Хрясь, он далеко. А Персия, так понимаю, где-то между тобой и... Египтом. Ну, можно и так, да, сказать. Учество логично. Слушай, дофига у вас тут места, по идее. Ну, на 6 городов у меня есть. Это с учетом захваченных, типа племен и так далее? Ну да. То есть это вместе со столицей или... Просто 6. А почему я должен без столицы был сказать? Ну вдруг. Вот у него сначала два города. А 6 это с тремя городами или без трех городов? Ну просто у него в самом начале сказал, что у него только два. А потом выяснил, что это без столицы было два. Греку одного хода под воином не хватило, чтобы занять ближайшее место. Я муштру использовал. Так бы было бы два. На первом ходу. Магия. Поддержим стремление. К знаниям. Товарищ Леон, чего у тебя с жемчугом? Отправилась? Я первый раз нации отправляю в сетевое. О, да, отправилась. О, не хватает денежков. Так, ну надо сколько? 758. На этом пока все. Продолжение смотрите завтра, а спонсоры канала могут его смотреть прямо сейчас в плейлисте, ссылка на него в описании в прикрепленном комментарии. Спасибо за поддержку, всем пока. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Лайк!
комментарий, подписка, возможно, супер спасибо и спонсорство. Спасибо за поддержку. До следующих видео.